6 июля 2024 года, трасса М4 Дон, Лискинский район, проехали реку Икорец, вот такой лесочек за рекой, очень красиво, было еще лучше, но я это не заснял. Ну, что сказать, на самом-то деле, впервые ездим на юг на автомобиле, до этого там поезд, самолет, если куда-то далеко, а тут автомобиль решили выбрать, будем проезжать с остановками в Ростове-на-Дону на ночь. Но дело не в этом, дело в том, что вот много видеозаписей на YouTube смотрел про трассу М4 Дон, как люди едут, будь здорова, София. Расти большая. И вот на что обратил внимание. Там все снимают, трасса, скажем так, столбики везде. Ну нет, под Воронежем чуть-чуть. Все, дальше вот так вот. Ограничения, снова 90 показывают. Не знаю, вроде бы никто 90 не едет, за исключением фур. Вот, собственно, билбордик Бобров. Видать, мы уже не в Лискинском, а в Бобровском районе. Вот интересно, интересно. Птица. Видно ее или нет. Лежбище. Кстати говоря, по поводу заправок, я думал, их будет больше. Думал, через каждые 10 километров будут стоять. Но, к сожалению, нет. Ладно, будем смотреть. Может, это великий, легендарный шипфлес. До Павловска 78, до Миллерова 262. Всем удачи!